Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ» та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую до програми «Лікар знає». сьогодні. Ми будемо говорити про те, як війна впливає на наш організм, і найголовніше про те, як захистити наш організм від цих наслідків. Бо сьогодні, коли ми говоримо про наслідки війни, то здебільшого е, говоримо про якісь економічні збитки, про кількість загиблих, про руйнування. Але е, про ті наслідки довгострокові, які можуть нам відгукнутись. Через кілька років або відгукуються і одразу ми не говоримо. Мова йде про психічні, якісь розлади, про психологічні проблеми і так далі, залежності, до речі, то, отже, як захистити свій організм від стресу, що таке стрес, про все це ми будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте! Гостя студії це доктор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт Анатолій. Добрый вам день. Доброго дня. Так, одразу всім нагадаємо, що є у вас можливість з прекрасною 50% відсотковою знижкою пройти повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин будь-яких хвороб. А ми тут у своїй програмі, і я думаю, і ви це знаєте про те, що перш ніж лікувати щось, обов'язково треба з'ясувати причину самої хвороби. Так, от бажаєте отримати 50% знижку на обстеження всього організму у клініці СмартМед, будь ласка, телефонуйте сьогодні до 18-ї за номером 073 503 4030. В Києві працює дві клініки СмартМед. Одна неподалік від хрещатику, вулиця Лютеранська, 16. Інша на житловому масиві виноградар, вулиця Мостицька, 9. Отже, ще раз всі, хто сьогодні додзвониться до 18-ї години, отримає 50% знижку на повну комплексну діагностику всього організму. Інформація прозвучала на правах реклами. Анатолія Васильовичу. Отже, давайте з Азів почнемо. Що таке стрес і як він впливає ну, начнула, на наш організм? Я не хочу традицію. це подякувати нашим збройним силам за можливість сьогодні розговорювати здоров'я, перспективах. И здоровья нашего, и нашей краины, и побожать им побыстрее, как говорится, победить ворога. Это вот по-перше. А по другому конечно, стресс в условиях войны, особенно первого года, был это было, конечно, жестко скажем так мягко это было жестко вот как вообще стресс в организме происходит каким образом стресс это три фазы его на самом деле стресса. на первой фазе выделяется норадреалин есть такой нами вообще в принципе управляют вот все наше состояние настрой там побожание и так далее они определяются двумя вещами нейромедиаторами и гормонами вот от того, как они работают между собой, взаимодействуют в нашем головном мозге, в нашей эндокринной системе, это нейроэндокринная регуляция называется, организма, еще иммунная, это единая такая регулирующая система, нейроэндокринная иммунная регуляция организма. И одно и то же вещество может быть и нейромедиатором, и гормоном, и иногда элементом иммунной цитокином иммунной системы. И вот э, нами управляет. И вот когда стресс возникает, первым выделяется норадреалин Это mm -hmm. наиболее быстрая реакция. Она длится, там вот вы если там о о о о о горячей плите допустим, ножик, тоже стресс, в общем-то, yeah. быстро дергиваете руку. Это как раз э, срабатывает симпатическая нервная система, норадреалин такой. А, но его хватает это секунды mm -hmm. до минуты максимум. А дальше подключается адреалин подключается адреналин, его тоже надолго не хватает. Это минуты, десятки минут максимум. Mm -hmm. А дальше кортизол. Вот кортизол – это гормон длинного стресса. И чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем дольше у него кортизол. Больше кортизола, и постоянный кортизол в крови, повышенный уровень кортизола. Это... Для организма, ну, скажем так, кортизол он нужен нам утром, допустим, он mm. будет нас, когда кортизол поднимается, уровень кортизола утром поднимется, мы просыпаемся, допустим, в 6-7 утра, кто в 8. Mm -hmm. Это как раз работают гормоны, наши биологические часы. Но когда его много, это плохо, потому что в первую очередь он, скажем, снижает эффективность иммунной системы. Mm -hmm. То есть иммунная система начинает работать значительно слабее. А что значит иммунная система ослабляется? Значит, любые инфекционные агенты намного легче проходят. Угу. Пока на стрессе, пока человек там в стрессовых условиях, все держится. Угу. А дальше, когда там послабится, все эти иммунки, все эти инфекционные агенты А вы в группе инфекционных агентов самые такие, скажем, с точки зрения иммунитета противные. Это герпесы, четвертый, пятый, шестой, седьмой тип апиллома вирус. Они, как правило, манифестации не дают, а селятся они живут в иммунокомпетентных клетках. Это еще снижает в свою очередь эффективность иммунной системы. А в результате появляются хронические заболевания, хронизация многих проблем идет, а депрессивное состояние, кортизола вызывает. И это все вот приводит к тому, что нарушается. Фізіологічне состояння організму. Дивіться, я от знаєте про що хочу запитати. В перші дні цієї війни дуже багатьох людей були різні реакції на стрес. Якщо це можна сказати, що це реакція. Наприклад, там серед моїх знайомих багатьох були розлади шлунку. От, от, от просто так реагував. Чому це, так відбувається? Це реакція парасимпатичної системи, нашої вегетативної системи mm -hmm. на стрес. Выброс вот как раз гормона, угу. это может быть и диарея возникнуть, или обратно там запор появится. Угу. Это, то есть это может сработать. А, плюс определенно, еще раз говорю, всегда стресс возникает на определенном, во-первых, состоянии организма. Угу. Ведь мы все далеко, мягко говоря, не в идеальном состоянии. Мало кто там регулярно следит там здоровый образ жизни. Сейчас, правда, это хоть и модно. Но именно модно, но, к сожалению, не массово. Mm -hmm. Наша практика показывает, mm -hmm. и поэтому может быть стресс вызвать там самые различные в mm -hmm. наиболее слабых местах. Но еще раз говорю, самое вот генеральное направление воздействия стресса – это иммунная система. А фактически нет ни одного заболевания, которое бы не имело иммунологического аспекта. Поэтому нарушается иммунная система, причем в длинную, как говорят. Mm -hmm. как вот в экономике или на бирже говорят, игра в длинную позицию. Это игра в длинную позицию. Получается, нарушается. И здесь в этом плане, скажем, у мужчин намного хуже, чем у женщин. Почему женщины вот, тяжелые, переносите вы намного легче? Потому что у вас есть такой прекрасный гормон, эстроген. Эстрогены. Mm -hmm. А вот эстрогены способствуют быстрой метаболизации кортизола, распаду кортизола. И поэтому почему женщина спылила... Раз, і все, вже вона все добре, Быстро... а потім забула, з чого да. образи. А мужики там щось насупився, надувся і три місяці ходить, мовчить, угу. а у нього кортизол длинний, імунна просадження. Тобто, імунна система у мужчин працює намного хуже, ніж у женщин. Це одна з двох причин, угу. чому жінки живуть дольше. Про, про що ми з вами вже і розмовляли? так? Да. Розкажіть мені ось про що. Е, стрес. Е, як людині від... зрозуміти, що вона перебуває в стресі? Ну, это и депрессивное состояние, то есть это аномальное психологическое поведение. Mm -hmm. Еще раз говорю, что нами управляют нейромедиаторы и гормоны. Когда человек неадекватно себя ведет, неадекватное поведение, неадекватные реакции на обычное, mm -hmm. неадекватное пищевое поведение. То есть это там много проявлений, депрессивное состояние, вплоть до социидального состояния. Это все может. Mm -hmm. и поэтому вопрос. Первый вопрос, надо всегда разобраться, что происходит с организмом. Угу. Потому что сегодня, сегодня все говорят о реабилитации. У нас в Украине есть специальные законы реабилитации, слава богу, это очень здорово, хорошо. Это, то есть нормативная база существует, юридическая в стране. Но вопрос, очень часто реабилитацию понимают вот как психологическую поддержку. Я ни слова, ни полуслова не хочу плохого сказать про психологов, мы с ними работаем. Есть, у нас в Украине есть прекрасные психологи, мы работаем э, э, с Олей Это у них вот тут mm -hmm. на подоле великолепный психологический центр, Мы надо посылаем людей. Есть Иван Сторчак, э, э, Славинская Лариса. Это великолепные психологи, mm -hmm. которые прекрасно помогают. Но псих, э, психологическая поддержка это один из трех аспектов восстановления человека в, э, в стрессовой mm -hmm. ситуации. Потому что первое я сказал, ведь на самом деле происходят физиологические изменения, которые приводят к психологическим. Поэтому, естественно, надо психологи, само собой, а те, кто занимается физиологией организма, само собой, то есть врачи. Ну так тому, що ну от, наприклад, я точно знаю, і всі про це говорять. Що стрес він фізично нас руйнує, не тільки психологічно, не тільки в нас поганий настрій. Він впливає, не знаю, ну всіх а жінок імунна... старіємо ми швидше імунної системи лі у... Что дальше? Конечно, у вас будет и ускоренное старение, там и утомляемость будет больше. А дальше надо разбираться, потому что появилась утомляемость, еще в физиологии. Вот пошел кортизол, а это дефицит может быть магния дополнительный, mm -hmm. дефицит йода дополнительный, дефицит селена. И других микроэлементов. А вот такие уходят, у вас сразу же вылазят там, болячки, там, вплоть до диабета. Мы с таким сталкиваемся. Uh -huh. А диабет связан, в первую очередь, может быть, связан с дефицитом хрома. У меня был пациент, есть вернее, пациент, у него сахар 12, 12, 15 был. Uh -huh. Норма 5, так не помоляется. 5,5. Ну, до 6 от силы там. А когда мы стали делать все, продиагностили, разобрались, дефицит хрома, там еще там, печень, потому что диабет это всегда проблема печени, диабет второго mm -hmm. типа, начали метаболизм весь налаживать всех э, обменных процессов. Пришлось, что ему 78 лет, mm -hmm. но ну, у него сейчас, э, вот я только вчера с ним разговаривал, пришли, что он говорит, поздно поужинал, еще что-то похомячил перед сном, чем нарушил указания. Но тем не менее, сахар 70 с небольшим. Там 7,2 uh -huh. на утро всего. А был такой ситуации, это был 15 раньше. И потому что хром. И вот таких элементов, то есть разобраться в физиологии надо. Uh -huh. Что происходит, сделать диагностику, разобраться. Потому что я сказал, вот первый аспект, это физиологически надо с физиологией разобраться. Нужна психологическая uh -huh. поддержка, безусловно. И есть еще один момент, кинезиологическая. Вот наши сейчас э, люди, очень много, сотни тысяч людей на фронте. Там прыгают, бегают, контузии вот тоже у нас mm -hmm. пациентов много с контузиями идет всегда воздействие на опорно-двигательный аппарат смещение позвонка, атлант сместился, мышцы на шее напряглись, давление зажало сосуды, давление поднимается, если просто так дать гипотензивные препараты там держать его до конца, mm -hmm. ну бред, Это надо разобраться а кинезиолог поработал, через три дня у человека нормальное давление. 120 на 70, а было под 180. Mm -hmm. Это тоже вполне конкретный пациент. И вот здесь вот эта вот три задача задача. Физиологическая э, реабилитация, психологическая реабилитация и кинезиологическая реабилитация. Вот эти три аспекта, когда вместе объединяются, тогда, возможно, результат. Потому mm -hmm. что американцы, вот после Вьетнама, с Вьетнам, борясь с поствьетнамским с пост синдромом, они истратили десятки миллиардов долларов, и вот там реабилитация в основном была построена в первую очередь на психологической подготовке. И успешность там, по разным данным, от 10 до 30 процентов, ну согласитесь. Потому что вот я, мне пришлось тут столкнуться с революционным центром, там 70 коек, все положили, и 40 психологов. А врачей диагностов, диагностических комплекс mm -hmm. нема. <laughs> ну как, ну, ну 10, семьи, 10 человекам поможет, а 60. Mm -hmm. То есть, если делать, то делать надо комплексно. Поэтому только такой вот комплексный подход позволит сделать. И надо, в первую очередь, я говорю, делать ä, правильная диагностика, выставить, где причины проблемы. Потому что, еще раз говорю, что управляются нами, потому что нехватка какого-то микроэлемента, она приводит к сбою по всей цепочке длинной. И это может приводить, там, или нехватка, допустим, той же омега-3, Угу. Или там жирных кислот, или микроэлемента какого-то, или витаминов каких-то. Витамина К, К2 не хватает, кальция не усваивается, пальцы рук начинают, начинают в суставах откладываться кальций. Так. Хотя витамин D3 может пить. Угу. И вот такие вот образы, такие цепочки надо все время делать, и тогда только будет успех. Ну, ключ. Піручі грамотна проведена діагностика. Єхно. Давайте так, давайте зараз нагадаємо, що можна пройти грамотну діагностику в одній із двох клінік мережі інтегративної медицини SmartMed. Одна знаходиться на вулиці Лютеранській, це поблизу метро Хрещатик, інша на мостицькій 9, Це житловий масив Виноградар. Всі, хто до сьогодні до вісімнадцятої години, за номером телефону, який я зараз озвучу, отримують 50% на повне комплексне обстеження, повну діагностику організму. Телефон для запису 073 503 40 30. І ще є сайт, до речі, там можна дізнатися деталі amc.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. Анатолій Васильович, один момент хочу з'ясувати. Дивіться, на початку ви сказали, що стрес це підвищений кортизол. Так, То что правильно, я А, начинается то, а для дальше, того, а чтобы дальше выйти стрессу, требует... еще раз говорю, дальше цепочки, я сказал, дальше ага. иммунная система нарушается, нарушается иммунная система, нарушается эндокринная система, Потому что система mm. регулирования единая. эндокрин. Это уже наследки, правильно? Вот это про что вот, вы говорите, Это уже когда Про утомляемость, про там о, неправильное пищевое поведение, там mm -hmm. взрывная там реакция, взрывная реакция на какие-то нормальные события mm -hmm. вроде. Mm -hmm. там не туда ложку положила, он чуть ли драться не лезет. Это все уже следствие того, что вот мы начали с кортизола, а дальше по цепочке. Организм ⁇ это говорю, такая сложная система, где куча регулирующих элементов. И дальше вы, когда в эту регуляторную систему, что называется, вломились mm -hmm. стрессом, большим кортизолом, начинается разнобой, уже пошла в разнос, идет вся регулирующая система. Из-за этого получается mm -hmm. вот у нас. Давайте про діагностику тоді. От уявімо, я живу, як і всі українці, без винятку в нашій країні, та і та й ті, що за кордоном зараз теж в стресі. Я вважаю, що. Воно ніяк не проявляється, звісно, я переживаю, я боюсь, і це стрес. Я усвідомлюю, що це стрес. Але я жодним чином там те, що я втомлююся, швидко не пов'язую зі стресом. Але от я приходжу до вас в е, е, клініку і кажу: в принципі, мене нічого не турбує. Это, как говорит, она говорит, нет, это здоровых, есть плохо <связывание> да. обследованное. В, в течение двух часов разберется, во-первых, с общим состоянием организма. Мы не разбираемся конкретно со стрессом, мы разбираемся <связывание> со всей ситуацией в организме включая стрессовые, психосоматические mm -hmm. нагрузки, потому что у одного психосоматика приводит к тому, что зажимается желчный, протоки желчного, и тогда проблемы могут, допустим, в суставах, жиры не усваиваться. Не усваиваются жиры, у вас будут проблемы со стероидными гормонами, половыми гормонами. Mm -hmm. Вот пойдет оттуда. А у другого кислотность желудка понизится. Понизится кислотность желудка, Белки не перевариваются, опять удар по иммунной системе дополнительный и плюс неусвоение белков. И вот, то есть пищеварительный тракт, вот как, то, о чем mm -hmm. вы говорили, он очень жестко реагирует на это все. И спазмы, допустим, там поджелудочной железы и так далее, все это поэтому надо проверить восстановить функциональность, восстановить функциональность. С точки зрения, допустим, самой конкретно, вот я волнуюсь, чтобы уметь. Да, у нас мы сделали на травах, великолепные наши ученые сделали седативные препараты, антистресс, он там так и называется, антистресс. Он еще во время ковида у нас там один из самых расхожих препаратов. И сейчас, конечно, один из самых назначаемых препаратов, потому что, ну... Регулярные атаки, регулярные воздушные тревоги. А вы рекомендуете вживать? Потому что є... ну, очень много uh, uh, есть Вопрос такой. Да. Есть препараты, которые вызывают привыкание, есть uh -huh. препараты, которые не вызывают привыкание. Мы, конечно, используем то, что не вызывает привыкание. Они не вызывают привыкание и очень хорошо скажем, вот, напряжение. Вот я сам, честно говоря, когда первый месяц войны, ну, спал только вот благодаря антистрессу. Когда антистресс вечером принимаешь, и тогда да, первом месяц войны, потому что, ну, напряг был, непонятная была ситуация, хотя я твердо верил, что ничего у этих придурков не получится, uh -huh. я имею в виду наших северных соседей. Но, тем не менее, это очень хорошо помогало, потому что была тревога за детей, за внуков, потому что все вместе в Киеве находились, никто не уезжал, и поэтому, конечно, была тревога. Но, тем не менее, антистресс очень хорошо помогал. То есть mm -hmm. это такое вот э, блокировать антистрессовое состояние, там набор из семи трав, типа валерьяна, зверобой, ну, правильно проферментированный, правильно проэкстрагированный. То есть, это уже ноу-хау там наше. Это, это уже психологичная реабилитация, а человек наложить на ну Это определенно, это, скажем так, э, физиологично-психологическое. Mm -hmm. <laughs> То есть воздействие на физиологию для того, чтобы успокоить. Потому что, опять же, есть э, вот э, как курение почему? Курильщик, когда покурить, успокаивается. Потому что воздействие там, на никотиновые э, рецепторы угу. и это приводит там, к успокоительному эффекту курильщика. Но это путь тоже не, не надо в никотин, потому что ничем хорошим не заканчивается. Та привикання, та в отоки та вот воздійсня на рецептор. Ми стараємося немножко другими путями та действовати, і пока слава богу виходить. Угу. Дивіться, от я хочу розібрати цю тріаду, тобто продіагностували організм, зрозуміли, де є якісь дозначаємо са твістуючі ви... препарати. Препараты растительные: mm -hmm. либо фито, либо нанопрепараты, либо комбинация фито-нанопрепараты, которые восстанавливают весь гомеостаз организма, то есть нормальное функционирование организма. Mm -hmm. То есть, печень начинает работать. В первую очередь, кстати, одна из первых задач это первое убрать инфекционных агентов, которые дополнительно нацеплял человек, mm -hmm. и второе восстановить о, работу желудочно-кишечного тракта. Когда я восстановлю, потому что желудочно-кишечный тракт это вот, Но ну, редкий случай, когда реклама не врет, когда говорит, что там 80% иммунитета. Мы с вами так. про це говорим, так что это бильжен... в Это в самом деле так. Поэтому это очень важно. И поэтому, когда это восстанавливается, ну и дальше все. То... Там же врач проверяет, допустим, тот же Атлант на месте стоит или не стоит. Угу. Если не стоит, мы тут же к кинезиологу. Есть великолепные у нас украинские кинезиологи это Андрей Кириллович Ли. Это не наши врачи, мы с ним прозвали. Просто... Это Новохатный, Виталий, Евгений Наумумов. Это ну, просто уникальные люди с уникальными руками, уникальными способностями. И когда мы к ним тогда направили, 15 минут Атлант на место поставил, человек уже по-другому спину держит, уже поясница болеть перестала. Mm -hmm. Потому что Атлант стоит не на месте, а боит поясница или голеностоп может болеть из-за этого. Потому что, еще раз повторяю, они достаточно взаимовязанная система, очень сильно взаимовязанная. И поэтому, вот, когда мы направляем тогда туда, там кинезиологам, если очень сложная ситуация, вот бывает, у нас ребенка привели атопический дерматит еще год назад. Mm -hmm. а, ну, ребенок не спать не мог, чешется, 6 лет было ребенку, все. Да, мы ребенком вот все то, что я говорил, делали, а к психологу направили маму. Но... Мама послушалась нас, пошла, Прекрасно э -э, поработал психологи, mm -hmm. поработали. Вот сейчас год прошел, вот ребенок буквально позавчера у нас был на диагностике, абсолютно чистенький, кушает абсолютно все, то вообще ничего нельзя mm -hmm. было есть, ест, развивается великолепно, все прекрасно, очень умненький мальчишка, прямо любу дорого посмотреть, и мама спокойнее mm -hmm. стала. Так вот, я говорю, иногда надо вот э, маму направить. Кинезиолог – а это а, работа с мвязами, так? Кинезиолог – это работа с опорно-двигательным. Есть угу. остеопаты, которые э, вот, с костями, с суставами, угу. скажем, там, э, делают мануальные терапевты. Есть остеопаты, которые с мышцами, связами работают. Э, вот это все вместе угу. у нас мы называем кинезиологической поддержкой. Тобто, ну, то, Якщо немає можливості там відвідати кінезіолога, то принаймні якийсь курс масажів завжди буде помічним тут вопрос э, того чоловіка. Потому що якщо Атлант на місці не стоїть, ви його масажем не поставите. А що таке Атлант? Атлант это перший позвонок, от наша голова стоїть угу. на Атланті. Hmm. Он просто форма этого сустава, как у Атланта. А вот Атланта держит. Я, я его уже себе, Вот если Атлант сдвинут, то куча проблем возникает. В первую очередь с кровоснабжением головы. А А потому что он не на месте, тогда мышцы напрягаются. А почему может быть не на месте? Вы упали, в машине ехали, тормознуло чисто. Вот в траншею прыгал человек, ударился. Взрывная волна. Таких проблем много, чисто травматических. Mm -hmm. Это травматического характера проблема. Могут быть врожденные, когда ребенка тянули, когда, если не дай бог, там Атлант может попасть, это, соскочить, потому mm -hmm. что а, маленький и поставить Ат Атлант на место, и уже будет ну, порядок right. легче. знаєте, про що ще хочу запитати? От ви на початку згадували, що один із наслідків стресу може бути розлад харчової поведінки. А наскільки взагалі при стресі важливу роль відіграє харчування? Ну, а, ми є те, що ми їдим. Це перший постулат. Mm -hmm. Тому з точки зору харчування, вообще, это просто должны быть білки, жири, углеводи комбіновано. Нельзя исключать что-то. Вот эта обезжиренная диета это бредовая идея. Mm -hmm. Потому что жиры нужны, без жиров мы не можем. Жиры это у нас гормоны наши, потенции у мужчин. Это все жиры. Поэтому завтрак это обязательно жирным должен быть. Вот континентальный завтрак, знаете, mm -hmm. когда вот старый английский завтрак, это когда там бекон, яйца. Это на самом деле очень здоровый завтрак. И а смачный. Углеводы тоже должны быть, потому что определенные жиры сгорают в пламени углеводов, есть такое у mm -hmm. биохимика выражение. Должен, должен быть определенный баланс сети, должны быть. И должны быть обязательно поступать 16 микроэлементов, 8 незаменимых аминокислот, mm -hmm. а лучше 10-2 условно незаменимых, чтобы их было в полном объеме, Должен 71 микроэлемент поступать. И должны две незаменимых жирных кислоты поступать, которые не вырабатываются в нашем организме. Это омега-6 и омега-3. Это ну, тут очень важко простежить и, и, и настолько это Есть какие-то простейшие варианты? Да Витамины, есть очень простые. На, 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 самом деле, когда завтракаете, поешьте зеленых овощей. Поешьте овощи просто. Вот половина еды – это овощи. Но и бекон обовязково, потому жиры тоже Жиры бают. нужны. Это я еще, еще раз сказал. Никто не отменит. Путерброд с салом на завтрак – одна из самых здоровых вещей. Которую только можно придумать. Потому что в сале есть арахидоновая кислота, а кислота – это омега-6. Из омеги-6 у нас много чего делается в организме. Те же стероидные гормоны, те же эйкозаноиды, простагландины, тромбоксаны и так далее. Вот когда у женщин перед месячными болит живот, я сразу могу сказать – это дефицит омеги-3. Так ну це вже тема наступної тема. Так. Ми отдільно об этом поговоримо кожного разу, коли ми з вами обговорюємо якусь тему. Ми обов'язково кажемо. Ну про це ми в следуючи раз поговоримо. Врі мені далі би хотів часа полтораби два. Я вам дуже дякую на сьогодні. Слухачам ще раз хочу і глядачам зауважити, що як ми тут з'ясували, я думаю, що ви теж знаєте, стрес фізично руйнує наш організм. Тому, будь ласка, стежте за своїм організмом. Для цього можна пройти повне комплексне обстеження в одній із клінік інтегративної медицини SmartMed. Їх знаходиться у Києві. 2, одна на одві, одна на вулиці Лютеранській, 16, друга на мостицькій, 9. Ті, хто сьогодні до 18-ї години встигне зателефонувати і записатися на консультацію, отримають 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Телефон, за яким треба записуватися 073 503 40. 30. інформація прозвучала на правах реклами. Ми сьогодні спілкувалися із Анатолієм Доровським. Де, Доровських, директором мережі інтег... клінік інтегративної медицини SmartMed, -Мед», професором, доктором технічних наук, лікарем, реабілітологом та ерготерапевтом. Я дякую всім, хто був з нами, і до побачення.